Салют, братень! Ты на канале Не Карате. Рад тебя приветствовать. Бокс не карате, бокс это песня. В нем есть припевы и есть куплеты. Игра ума, достоинства и чести. Стас посвятит тебя боксерские секреты. Бокс не карате. Тут думать надо. Есть о чем подумать. У нас сегодня информативный познавательный выпуск. Здесь будет констатация исключительно фактов. Не буду я погружаться, комментировать как-либо. Ты знаешь мое отношение к любительским соревнованиям, к судейству. Самое страшное – это судейство. Естественно, когда ничего не рейтингуется, когда нету никакой конечной цели, когда поезд не выехал из точки А в точку Б, а когда может произойти все, что угодно, просто потому что судьям так увиделась. Ну, да бог с ним, а молодым у нас дорога, старикам у нас почет. Сегодня говорим про молодежный чемпионат мира по боксу. С потом и кровью, настойчиво и упорно они прошли большую часть пути. Они уже по-своему победители, но главные их бои впереди. Кельце проходил, это Польша. Прошел и, слава богу, завтра будем говорить про кубок губернатора. Финалы сейчас идут. И, собственно говоря, как они закончатся, итоги будем подводить завтра. Касательно молодежного чемпионата мира по боксу. Женщин не берем в расчет. Если брать, там одни индуски 7 золотых медалей забрали. В Индии просто женский бокс, ну, дабы себя обезопасить там от маньяков, от насильников, я не знаю, от кого там девушки отбиваются, но они там преуспели нереально на этом поприще. 7 золотых медалей тому свидетельство. Женщин откидываем, если с женщинами, первое место Индия. Если без женщин, чисто по мужикам пройдемся, и я думаю, что это будет максимально правильно. Но прежде чем продолжу, напомню, 1 мая в профессиональном боксе очень много классных поединков. И если ты хочешь сделать вечер незабываемым, сделать ставочку, чтобы подогреть интерес к бою, наши кореша из компании MelBet всем новым игрокам дарят приветственный бонус до 10 400 рублей. Ссылка в первом закрепленном комментарии. Промокод NEKARATE84. Если просто по ссылке 8000, NEKARATE84 и до 10 400 рублей. Ссылка в первом закрепленном комментарии. Касательно мужского командного зачета. Топ-5. Соответственно, начинается. Первая позиция – это... А давай-ка наоборот, просто ради интереса. На 5-й позиции разместились кубинские боксеры. 1 золотая медаль, 0 серебряных и 2 бронзы. 4-я позиция. Кто ты думаешь? На паузу и свои мысли выскажи. Высказал, хрен ты угадал. На 4-й позиции Украина. 1 золотая, 2 серебряных и 2 бронзовых комплекта. Барабанная дробь. У нас остались основные игроки. Собственно, Россия, Казахстан, Узбекистан. Узбекистан, Россия, Казахстан. Давай, пауза и твои предположения. Кто на 3-м, кто на 2-м, кто на 1-м месте. Интуицию твою проверяем, брат. Может, ты, конечно, в курсе, но хотелось бы вот немножечко вот в таком игровом режиме сегодня пообщаться. Я так понял, ты уже высказал свою позицию. Собственно, 3-я позиция – это Казахстан. 2 золотых медали, 0 серебряных, 2 бронзовых. Казахстан. 2-я позиция – 2 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая. И в мужском зачете победила сборная России. 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Собственно, что любопытно, казахи, узбеки – ноздря к ноздре. Ну, они рядышком находятся, братья, собственно говоря, и результат, мне кажется, самый приемлемый, какой только мог быть. Касательно судейства, я не буду ничего говорить. Касательно качества выступлений, ну, естественно, молодежь есть молодежь, скорости взрыва, резкости не хватает, чтобы оценить дальнейший потенциал. Многие мне пишут, а вот этот парень, а вот тот. Братью, ничего не могу сказать, потому что здесь как раз есть куда расти, люди очень крепко меняются, когда переходят уже во взрослую лигу.
Поэтому будем смотреть дальше. Это ничего абсолютно не говорит. Кто-то вообще решит, что это не его, и закончит заниматься боксом. Такое тоже вполне возможно. По этой причине, как и предупреждал изначально, чисто информационный характер. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Завтра обсуждаем Кубок губернатора. Ну, а вообще у нас весело. Засим, адьюс. А то надоесть, боюсь. До новых встреч. Пока.